Александра Яковлева. 60, можно и правду сказать. Тайна третьего мужа. Почти 30 лет назад она пропала с экранов страны. Однако нынешним летом, разменяв седьмой десяток, Александра Яковлева снова стала активно выходить в свет. Да не одна, а с симпатичным молодым человеком, который младше ее сына. Роль красавицы в фильме «Экипаж» уже в 20 лет сделала ее звездой. У блондинки Александры Яковлевой была удивительная внешность, невинное личико и глаза с чертовчинкой сводили мужчин с ума. «Ведьму она сыграть точно может», – уверенно диагностировал Валентин Гафт, когда посмотрел ее пробы на роль Аленушки в фильме «Чародеи». А когда искали главную героиню в ленту «Человек с бульвара Капуцинов», Яковлева легко побила сильных соперниц – Ирину Розанову и Ольгу Габо. Андрей Миронов, которому предложили самому выбирать партнершу, без раздумий указал на Александру. Однако на пике популярности она бросила кино и неожиданно для всех стала чиновницей. Сделала, между прочим, головокружительную карьеру и 30 лет даже не думала, что ее когда-то потянет назад в шумный, нестабильный и завистливый актерский мир.